Привет. Пора? Я думаю, пора. Сейчас народ подтянется, будем обсуждать опять маринованные кабачки или что-нибудь еще. Но пока что всем здрасте. Всем привет. С вами, как обычно, я, Екатерина Пряникова, и я рада вас приветствовать на своем игровом канале Пряники. Пикачу! Умеренно лети самогон, стаканчик бляхати, бродить молодей кабанчик, скоро будет свято. Весела гулянку, и якош чудовагарна буди пинка. Это была Катина попа. Здорово, спасибо, я рада. Это была песня или что это было? Я не поняла. В общем, на чем мы закончили? Мы еще толком и не начали. Ты ничего не слышишь? В смысле, меня плохо слышно? Или было не слышно Катину попу? Я так вижу, что у меня, в принципе, бегуночек-то бегает моей громкости. Сделай погромче, пожалуйста, ради бога. Я, кстати, думала, знаешь, достать старый микрофон, попробовать его подцепить, но потом поняла, что без усилка это будет вообще бессмысленно, поэтому я все еще говорю вот в эту штуку. Когда-нибудь у меня дойдут руки до микрофона, и я все сделаю как надо. Так вот, насчет маринованных кабачков. Сегодня я сделала маленькую баночку, ну как маленькую, литровую баночку маринованных огурчиков. И сделала острое лечо. Две баночки получилось. Я молодец, все. На сегодня моя миссия выполнена. Ребята, у меня уже столько банок, я не знаю, куда их девать. Пикачу! Наливай куми галки стаканчик дгопополю весело кабанчику мини тусуйтесь. Та захотите злывая яб крадуса зя за нашей сливе вгоняйте куми хрика ВД дороги ой тримайте звра. Хапайте за ноги. Шо? Я это сейчас прочитаю обязательно. Я нифига не поняла, это надо прочитать. Давай, открывайся, мои последние сообщения. Это опять была Катина попа. Я не понимаю, это вот она или это не она? Я не знаю, что это. Наливай стакан самогонки. Пить надо. Говорят, пить надо. И закусывать маринованными огурцами или кабачками. Что происходит? Непонятно. В общем, ладно. Надо играть, да? Я игрульку не открывала после последнего нашего стрима. Надо запустить. И играть, да? Сейчас я запущу, и потом мы поменяем с вами игровую сцену, да? Влад, ты сейчас меня нормально слышишь, нет? Вообще голос мой как бы... Ты ферштейн ми, а? Вообще меня кто-нибудь слышит? Что-то там с битрейдом аудиопотока фигово. Ищет мне творческая студия. Очень интересно. Ну, я надеюсь, это так. Разовые какие-то глюки. И это все дело пройдет. Так. Вот так. Сейчас должна игрушка подтянуться. Вот так. И вот так. Все? Игрушка есть? Я буду играть все так же с шойстиком. Сейчас я сяду поудобней. Слышно? Ну, блин. Сделай меня погромче. Я не смогу никак сделать громче себя еще. Мы же как-то жили с этим микрофоном. Так, погоди. Сейчас я кое-что попробую. Посмотреть. А навряд ли я тут что-то смогу еще сделать, потому что... Так, параметры, параметры, показать все результаты. Сейчас настраиваем всякую фигню. Так, нет, 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 нет. И еще раз нет. Все, понимаешь? Все на максимуме.
только может быть. Ну, подожди-ка. Подожди, ты меня слышишь, как в прошлый стрим, или нет? Ня! Ня! Ты просто сидишь на мен. А так, це музыка, правдка, по полю весело, кабанчик. Опять кабанчик? Какой там кабанчик? У меня попа как кабанчик, как у кабанчика? Или что? Я не поняла. Это весело сегодня, спасибо. Веселое начало. Катина попа зажигает, отжигает и веселится. Так. Я не поняла, почему вот это существо, которое Donation Alerts, настолько тормозит. Мне приходится прям просто тупо обновлять страницу, чтобы посмотреть, что там происходит. В общем, значит, по настройкам в OBS у меня все так же, ничего не менялось, я ничего не переделывала. Сейчас я проверила микрофон, который нужно у меня принимает мою голосину. Так что у меня только один выход, это продолжать играть. Влад, ты включи на чем-нибудь другом меня. Привет, Саш. Я ничего не спрашивала, потому что мне было некогда. Вот так. Я баб Катя, которая шарится по выходным в своей теплице, собирает огурцы, маринует их, делает всякое лечо, делает всякие заготовки на зиму. И мне просто некогда болтать про игрушки. Вот я нашла наконец-то время и села поиграть в мохнатый Long Dark. Вот так. Так, продолжить. Я не помню, на чем мы там остановились, но я точно помню, что у нас нет одного лисенка, потому что его спер дядька. Навыки лися, значит, у нас у одного лисенка есть навык взобраться, и все. Больше мы ничего не умеем. Что у меня по погоде? Сейчас такая мерзопакостная погода. Но сегодня было относительно тепло. Вчера было прохладненько, вчера всего 14 градусов было. Сегодня я даже в футболке пошарилась по улице. Так, продолжим. Надо все вспомнить. Я особо-то и не помню. Помню, что есть у нас добрая девочка. Так, погоди, нам надо... Помнить. Так, это нюхать. Так, тут нам спускаться. Хорошо. Так, на, значит, на R1 мы крадемся. На L1 мы нюхаем. Нам надо найти еду. А то наши маленькие эти квазимоды скоро проголодаются, и опять у бабкати будут потери. Привет, кусики-кукусики всем. Здрасте, как у вас дела? Ой, слушай, Сань, что-то жестко у вас. Ну, хотя, чего я удивляюсь, у нас тоже было прям печально по погоде некоторые дни. Мне кажется, там ночью реально тоже до нуля опускалось. Хорошо, что у меня теплица. Я просто теплицу не открывала даже вот в холодные дни. Привет, всем привет, ребята. Всем здрасте. Мне надо лисят покормить. Мне надо найти еду, иначе у нас приключится что-то вообще несусветное. Меня ведет, блин, а надо... Все, у меня там один говорит, я хочу жрать. Сранцы маленькие, а? Вот он, голодный этот ребятенок. Надо его взять. А как его взять, я не помню. Что у меня растет? У меня растет... Так, не того мы взяли. В теплице у меня растут огурцы, помидоры. Блин, что же мне делать? Где еду найти? Сейчас будет печаль. Я не выживу с еще с одной вот этой вот... Ваш лисенок помер. Мы вас прям поздравляем. Вот
Это что такое? Это кто-то может что-то сделать из лисят. Блин, печаль! Какая печаль? Подожди, чё? 30... ну про погоду вообще... Погода, мне кажется, у всех в этом году какая-то прям безумно не шикарная. Закусочная звучит. То, что у меня растет, ой, ты не поверишь, как оно все вкусно на самом деле. Я тут реально открыла для себя в этом году заготовки. У меня там реально банок столько, что девать уже некуда. Прохладный каждый день дождик намечается. Гефест, что-то у вас прям тоже так. Как-то странненько, да? Как-то осень как бы тоже. Как-то все, лето закончилось. Почему мне нужно сыграть в игру, про которую пишет Саня? Ну-ка, расскажите. Так, что-то там девочка показывает. Блин. Блин. Голодный малыш мой, только не помирай. Ой-ой-ой, у нас там есть, у нас... А, птичка была, ёб твою мать. Ну а как мне теперь все? Нет еды, лисёнок, не умирай. Все, пизда. Реки на воздушном шарике. Нет, мне надо понять, где... где еды найти и делать по-другому. Мы будем сейчас заново день начинать. Мне надо понять, где можно надыбать еды, чтобы у меня лисенок не сдох. Так, ну-ка погоди. Так, у нас тут типа что? А, там мышка. Слушайте, мы можем быстро попробовать добежать до мышки, а потом идти проверять тогда... проверять уже нюхательные все эти штуки. Я не знаю насчет убийств и туалетов. Так, заодно мы можем сейчас тут посмотреть. Это понятно. У нас тут печальный мусор. Так, мне надо найти свою смерть. Мне надо найти свою смерть. Блин, а это у нас... а это у нас печальная фигня. Он что-то в руку выльет или что? Блин, получено достижение. Мне надо найти свою смерть. И начать этот день заново. Залетел и такой, привет, как дела, рассказывай, доставай, показывай, у меня сдох лисенок, мне нужно срочно найти, кто меня убьет, прям очень срочно мне нужно найти, кто меня убьет. Ой. Блядь. Как грустно-то, а? И все, эти козявки тоже грустные. И скоро проголодаются. Надо их потискать как-то. Никак их не потискать. Они не хотят тискаться, потому что их братик или сестричка помер. Или померла, я не знаю. Мне надо найти смерть. Осенью на улице запахло. Слушай, есть такая фигня. Печальная фигня. Так, вот опасность. Ой. Надо было перепрыгнуть. Все, идем, человека. Человек, давай, убей меня, убей меня, убей меня. Да давай быстрее, господи. Электрошокером. Вообще, жестоко. Это бы просто шею свернуть.
А в остальном как дела, Лёш? Лисята погибнут, да, но мне надо начать сначала, мне надо быстрее-быстрее пожрать, вернее, покормить лисят. Я хочу, чтобы все были со мной. Нифига подобного, Влад, я не согласна никем жертвовать. Ни хренашеньки подобного. Вообще ни разу. Бегом, просто дети бегом. Я хочу, чтобы жили все. Я не хочу никем жертвовать. Мне нужны все дети. Почти 390 себе купил, а мне? Новую машину собрал. Слушай, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Тут ты умничка. Когда мне соберешь? Так, дети, вы где? Дети, бегом. Дети, бегом. Так, зачем ты нюхаешь это? Бежим, бегом. Мы видели ту картинку. Блин. Давай, давай, давай. Нам надо поймать ту мышь. Ребенок, конечно, уже хочет кушать. Но мы сейчас мышь поймаем. Дети покушают. Давай, мы чуть-чуть крадемся. Мышь, 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 мышь. Опа. Так, все. Дети, кушаем. Так, хорошо. Так, в помойку мы не идем. Помойка у нас стрёмная. Слушай, я тебя понимаю насчет психану и с ценами на это все дело. Я тебя прекрасно понимаю. Мышь бегает, да. Все, мы мышь съели. Ой, у нас новое логово. Да? Новое логово, слава Господи. Они еду там нашли. Маленькие же вы мои. Аллилуйя. Дети поели. Дети более-менее сыты. Гулящая мать с разноцветными детьми довольна. Очень много лис видели. Не будет лис после моего стрима. Да брось, буду. Даже у меня лисы ходят еще до сих пор. Я еще никого не убила. Что за намеки? Слушай, мы просто на том стриме определились, что у нас гулящая мамка, которая нарожала разноцветных детей, потому что один беленький, один темненький, один розовый и один там пятнистый, забавный. Слушайте, а это мы в барсучьей норе. Если кто не понял, то вон там валяется, спит барсучиха с маленьким барсучонком. Возможно, это те, которых мы с вами спасали. Да, я их приемная мама. Иди поешь, Лёша. Ты, мне кажется, как обычно, ты кушаешь под мои стримы, да? Скай не скучает. У нее очень вкусный корм, и все у нее шикарно. Так, что? Дитё хочет играть. Ой, эти маленькие. Что такое? Давай, засунь свою голову. Ну, как обычно. Эй! Нет! Господи, хорошо, что это не камень, а просто колесо. Ты там не перебила, зайчик. Ух ты, господи, с этой банкой. Вот они, дети.
Маленькие детки, маленькие бедки. Действительно, зачем они нужны тогда? Эти стримы. Так. Опачки, попочки. Так, погодите-ка, господа товарищи. У нас тут... я не поняла. Ну-ка, давайте карту посмотрим. Так, ага, тут не пройти. Вот он дом, барсучья нора. Пам-пам-пам. Пам-парам. А нам надо по вопросикам пройтись. А нам надо по вопросикам пройтись, да? Ладушки, ладушки. Так. Опа! Сейчас покушаем. Ну-ка, жрать. Так, хорошо, дети поели. Зачем у нас там он стоит? Мимо него мы, наверное, пойдем. Все не просто так. Так, вроде куда надо идем. Так, нет, дети, там у нас опасность. А что здесь? Никто и ничего и не знает. Что тут надо делать? Там у нас опасность. Будет опасность опять загораться? Да. Так, а как мы можем еще пройти? Вот тут можем пройти. А дети залезут? Ой, да мои сладкие. Ой, ты мои маленькие, залезли. Ой, слушай, я вообще не знаю насчет игр, когда и что я смогу проходить, и когда что буду проходить, потому что, ну, ты сам видишь, насколько у меня сейчас печально все со временем. Давай, отвернись. Фух. Так, у нас там где-то внизу еда. А, это мы вот так спускаемся, погодите. Кого мы тут поймаем? Голубь. Все, хаваем, дети. Так, у нас там какая-то смешная мордашка. У нас там какой-то, видимо, добрый человечек. Или что? Где этот добрый человечек? Это какой из них? Это тот, который внизу сидит? Или нет? Интересно. Так, нам главное еще всю еду не съедать за раз. Так, это мы в тупик придем, да? А тут интересно, мусор у нас вкусный или нет? Мусор полезный, вкусный. Полезный и вкусный мусор. Все, дети на фул сыты. Доедайте все, господи, маленькие троглодиты. Так, тут можно вниз слезть. Блин, а тут тоже что-то вкусненькое. Блин, ну сейчас бы не съедать это все. Не ешьте! А, они просто взяли и съели. Ну, логично, да? Что они взяли и съели. Так, погоди, нам надо по вопросикам пройтись. Чтобы тот вопросик взять... Надо. Надо идти не сюда. Надо идти вон туда. Погоди. Так, вот тут. Что у нас тут такое? А тут у нас, скорее всего,
сделать, надо свои следы оставить. Угу. Хорошо. Теперь нам говорят, что надо что? Возвращаться домой? Потому что скоро кончится. Давай, залазь. Тут, я не знаю, или бомжи, или кто-то не бомжи. Так, дети, аккуратно. Так, а нам показывает... Ух, нам показывает дом в другую сторону. Почему? Не показывай нам дом в другую сторону. Мы в этот дом пойдем. Ах! Так, мы вот так шли или нет? Я не помню, как мы шли. Да, вот так. Погнали. Утю! Сейчас они будут спать. Какой вопросик взять? О, смотрите, дети у меня научились делать высокий прыжок. А малышу что-то снится. Который темненький. Что снилось, зайки? Смотрите, какой хороший. Блин, а когда? Интересно, когда все научатся взбираться? Было бы прикольно, если бы все умели. Но хотя, может быть, у каждого из них будет какой-то свой уникальный навык? Непонятно. Лисята смешно бегают, дать им имена. Слушай, если вот получится, как говорит Влад, что кем-то придется пожертвовать, я не смогу, если я дам им имена, я не смогу никем пожертвовать. Потому что тогда все. Если я дала им имя, это часть меня. Так, ну что, выходим. Выходим из сумрака. Отвлекающие маневры помогут сбить чувака с нашего следа. Так, хорошо. Побежали. И на запах. Твой четкий свежий запах будешь мой. Ты до рассвета еще будешь мой. Так, отвернись. Ух, нифига себе. Я прямо так и испугалась. Так, что, дети, мы пока что не будем, да, кушать? Вы же у меня сытые, мы не будем тратить. Да? В капкан кто-то попался, ну-ка. А, этот мужик возводит капканы. Все поняла. Дядька, который украл нашего лисенка. Он его возводит или что он с ним делает? Или он наоборот его? Потому что смотрите, он недееспособный. Этот капкан. Не совсем понятно мне. Так, дети, найти ягоды, поешьте. Темненький мой фаворит. В жертву его самым первым. Ты что такой жестокий? Нет, ни за что. Так, у нас тут барсучья нора. Тут дети могут похавать, да? Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Тут мышка. А нет, тут голубь. Так, хорошо. Дети, ешьте. Голубя можно скушать. Ам-ням-ням они сделали, ням-ням. Так, клетка, в которой сидел наш малыш. Ну-ка покажи, что случилось. Так, это девочка или нет? Это, короче, злой дядька. И что там произошло, я не поняла.
Что приключилось-то? Да с этой девочкой что-то приключилось? Или это какой-то другой ребенок? Так, бревно какое-то огромное. Смотрите, этот стреляет, который злодей. Он хотел, что ли, нашего лисенка забрать или что? Не совсем понятно. Так, мы с вами где? Мы с вами вон там. Мы можем через барсучью нору потом перейти. Так. Очень интересно. Мы можем сходить еды взять, а можем и не идти, и не брать еды. Так, еще раз посмотрим. Погоди. Она грустненькая, потому что гладиолус. Потому что она хочет своего лисенка найти. Я тоже хочу лисенка найти. Никого в жертву, может быть, и не нужно. Можно откланиваться? Ну, хорошо, я тебя отпускаю. Можешь откланиваться. Я была рада тебя почитать. Рада за твои обновки. Жду, когда ты организуешь мне обновки. Лисят должно быть четверо, всех можно спасти. Хорошо. О, а тут... там заяц какой-нибудь или что? Ну, мы пойдем в барсучью нору. Мы не пойдем никаким зайцем, мы пойдем в барсучью нору. У нас дети сыты. Все хорошо. Это интересно сейчас, через какую мы, какой мы высрались. Ох, нифига, как мы далеко высрались. Курица. Так, все, нам птичка не нужна. Нам сейчас надо чапать домой. Чапать домой мы будем сейчас через всякие барсучьи норы пытаться. Блин, да ёб с нехай! Почему я ее не перепрыгнула? Потому что у меня лапка повреждена. Ха! Наша песня хорошо начинает сначала. Смешно, держу гейпад. Почему? Почему смешно? Так, ладно, все, идем заново. Ни один капкан не будет не тронут. Да, все капканы будут повержены. Все, погнали. Ого, нифига я. Что-то я прям это... Решила пожестить. Но у нас вроде тут опасностей нет никаких, да? Я вообще что-то сумасшедшая. Так, хорошо. Куда там нам дальше надо было идти? Покажи дальше запах. А, мы хотим покушать. Все, дети, ешьте. Так, вот сюда мы идем. Почему она показывает, что они поели у меня рыбы? Они не поели же рыбы. Они поели ягоду. Так ведь? Я вот это не поняла. Он или отбирает у него... Наверное, отбирает клетку с нашим лисенком. Так, все, бежим спокойно. У нас там бревно это. Все, нюхай бревно. И сейчас пойдем домой, но мы не пойдем через барсучью нору. Мы пойдем как шли. Нафиг оно нам не надо. Как-то странно, что этот мужик... очень странно, что он этого охотника отгонял от лисенка. Либо, типа, что это моя добыча, или почему? Почему он это сделал?
Мне непонятно. Капкан этот дурацкий. Так, все, идем обратно. Нам не нужны вот эти вот. Так, что у нас тут? У нас там какая-то еда. Сейчас мы эту еду съедим, чтобы дети были сыты. Где? Почему нет? Не егерь. Опа! А в другой стороне была вообще мышь, я ее каким-то образом поймала. Ну да ладно. Так, а мы здесь спустимся? Или поднимемся как-нибудь, интересно? Да уходи, я тебя не буду кушать, ты мне сейчас не нужна. Так, плюхнулись такие забавные, блин. Маленькие детки, маленькие бедки. Так, у нас тут вот ягоды тоже опять. Так, все, он нас не увидит. Он нас не увидит, и мы идем домой. Маленькие хвостики, они так забавно залазят. Так, все, идем спать. Наши веки тяжелеют. И егерь ловит браконьеров? Думаешь? Но это не егерь, это я не знаю, что за мужик. Вот этот вот урод с топором. Вот это, я думаю, этот, который, господи, скажи, и я тебе скажу. Который плохой человек, который мне шею ломал несколько раз. Злодей. Нехороший. Редиск. Все, выходим. Так, курица в ужасе выскочит из укрытия. Надо проверить. Завтра выйти на улицу. Если на меня пылает собака, то я должна что? Выпрыгнуть из укрытия. Так, надо проверить, что там за вот эти вопросики. Да, это нам куда чапать? Это можно вот так чапать. Главное, нам не попасться, да? Так, надо детей покормить. Так, а тут у нас, по-моему, плохой мусор, да, ребята? А нет, слушайте, нормальный мусор. А вот и ненормальный мусор. Но было что-то нормальное. Копать многократно. Зачем копать многократно? Так, давайте-ка через эту нору пройдем. Там будет еда, нет? Так, еды не будет. Но дети плавают, смотрите, они плавают! Ой, ты мои сладкие, в какой-то мы заднице вообще непонятной. Да вы же мои хорошие. Пойдем отсюда, господи, бедные солнышки. Назвать как-то персонажей надо. Так, погоди, мы как хотим идти? Мы хотим идти по вопросикам. Так, давайте поедим. Зеленых ягод. Хорошо. Зеленых ягод мы поели. Кого-то сейчас мы еще съедим. Вон того голубя. Как нам его поймать? А, блин. Ладно, хрен с ним. Я вообще... А, сюда. Я прям гений. Ловлю голубей. Прям вообще. Так, тут, скорее всего, нам надо что? Бочку поколупать или что? Мы почти пришли, да? Так, нет. Может быть, надо тут... Подожди. Что-то с людьми с этими связано. А я что, просто мимо них прошла и все? И все. Чушь какая-то. Гавкнуть на людей, но я... Там у нас печаль и боль.
И мышь идет. Ой. Так, ни хрена подобного, дети, мы туда не идем. Мы идем по-другому. Нормальные герои всегда идут в обход. Мы поэтому пойдем в обход. Так, у нас тут что-то есть. Вкусняшка. Сейчас мы ее заберем, потому что детям надо жрать. Так, хорошо, ладно, тут мусор, давай копать. Так. Все, доедайте. Копатели от голоду все сдохнут. Не сдохнут. Не должны. Так, сейчас мы попробуем. Сейчас мы попробуем. Все, они поели. Сейчас мы попробуем вот так пройти. Да, как раз мы идем к вопросику. Так, у нас там боль и печаль. Ути, господи, маленькие мои. Мне надо как-то к вопросику к тому пробраться, да? А, мне показывают уже дом. Дом, милый дом. Подожди, но я хочу пробраться к вопросику. Так. Дети, слазим. Дом недалеко. Блять, нет нихуя подобного, дети. Идем отсюда. Ух. Привет. Привет, Хантер. Как дела? Как у тебя дела? Рассказывай, бегом скорей. Убить бомжа? Я не могу убить бомжа. Какие-то жестокие у тебя меры. Так, дети, бегом. Барсычиха тоже идет спать. Она ягоды принесла, и мои такие пошли жрать, вы видели? Опять этот ходит что-то с топором своим, злостным, огромным. Хантер, смотри, что умеет меня лисята. У меня лисята умеет просто прыгать, у меня лисята умеет делать высокий прыжок, и один лисенок у меня умеет взбираться. Вот такие вот дела. Лисята смогут освоить новые навыки. Я говорю, какие-то должны быть ситуации такие, что у меня лисята научатся что-то делать. Два лисенка отсталые? Нет. Я думаю, с ними все нормально. Ну-ка, что тут у нас? Ну-ка, покажи. Так, тут эта девочка с лисенком моим и мужик. Он ее куда-то толкает. Господи, я испугалась, что он сейчас меня увидит. О, сова, сова, смотрите, там сова. А я думала, сова. Упали они, получается, смотрите. Или что? Ну, получается, да, получается, упали. Курица съебалась, как бы, да? Но нам нахрена эта курица? У нас там злостный мужик. Нам эта курица нахрен не нужна, но нам... Нам нужен... Он ушел или не ушел? Нет, он не ушел, он там. Соответственно, нам надо найти другой путь. Другой путь у нас через верх. Им бы научиться жрать поменьше? Я согласна. Им надо жрать меньше. Как ты, сука, блядь? Ах ты мразь! Я же знала, что это будет. Мне надо
Теперь потискать этого лисенка. Подожди, как его тискать? Я забыла, как тискать. Блин, а почему я не помню, как его тискать? Настройки. Управление, ласкать. А, все. Давай, малыш, будь мой сладкий. Все, все? Тебе больше не страшно? Злая сова обижала маленького. Давайте вот тут слезем. Попробуем. А слез только один. Здрасте, приехали. А дети могут по вот этой лестнице слезть. Почему они не слазят? Или не могут? А чё они не... Почему они не могут по лестнице слезть? Ладно, давай тогда еду возьмем. Блядь, ну ладно, не бери. Съешь. Давай, дорогая, залазь. Да тут дети сейчас без тебя обсерятся. Блин, нам надо идти как-то по запаху. А у нас там этот вонючка. Ёбушки, воробушки. У нас погоня. А если я за день не обнюхаю все, что мне показало? Это страшно или нет? Я же могу вернуться, получается, к этому вопросу на следующий день, да, наверное? Так, все, дети поели ягод. Спасибо, барсучихи. Давайте поспим, потому что скоро день. Игру не слышно. А давай сделаем погромче. Господи. Так, аудио. Давай, я не знаю. Так слышно будет, нет? Норм 75 было. Так, ну давай, настройки. Аудио. Давай вот так. Выходим. А, про Лису Алису, слушайте, я тоже смотрела. Вообще някушка. Так, там у нас какие-то вопросики есть, да? Сейчас мы пойдем по ним. Главное не столкнуться с тем уёбком. А, мы заново нюхать будем. Охренеть. Надо все за день обнюхать. Понятно? Надо все за день обнюхать. Блин, блинский. Это печальная фигня, что за день обнюхать все надо. Так, пойдем, там у нас еда была, да? Тут давай спустимся. Один у меня похавает. А где... А он не похавает, потому что гладиолус, потому что мы там уже похавали. Так, у нас там еще и собака тявкает. Так, детеныш. Детеныш, залазь. Очкун, мелкий. Ёб твою мать. Ты чё, солнышко? Ну давай, потискаемся. А теперь полезли. Давай. Ты какого фига не залазишь?
Какого фига он не залазит? Давай! Ты чё? Чё за прикол? Я не понимаю. У нас баги? Ха, забавно. Тогда нам надо сделать вот так. Может быть вот так? И теперь вот так. И у нас день начнется заново. Он упал и повредил лапку? Почему он упал? Он же слазил. Аккуратно. Вроде бы. Так, все, идем нюхаем и не тратим время. Ни на что не тратим время. Ни на какие непонятные бургеры, которые мы уже съели. Сейчас попробую в ту сторону пойти, в обратную. Hello! How are you? Давайте попробуем в другую сторону пройти. У нас же там, когда я к дому подходила, наш аромат, по-моему, показывался с другой стороны в том числе. Так, мы спать не будем, дети. Вот вы покушаете, а мы пойдем попробуем с этой стороны. Да почему? Я же нажала прыгнуть. Ой, блядь. Я же нажала прыгнуть. Какого вообще дьявола? Как наши лисьи дела? Я попалась в капкан. Привет. Я в капкан попалась, хотя я нажала на крестик, понимаешь? Это какое-то безобразие приключилось. Я нажала перепрыгнуть. Ах, вообще кошмар. Как у тебя дела? У меня все хорошо. Сегодня сделала баночку огурчиков, две баночки лечо острого. Так, давайте будем красться. Моментами. Нам надо найти... Так, вон эта штука, которую нам надо обнюхать. Это ванна, в которой у нас приключилось ДТП. Так. Он ее поднял на ноги, значит, и они пошли. Она несет клетку. О, хорошо. Так, мы теперь можем, я так полагаю, вернуться домой. Так, дети, нормальные герои всегда идут в обход. Нам бы пожрать, да? Поэтому мы будем идти вот так. Сейчас похаваем и пойдем спать. Руки-крюки? О, да, это точно. Так, все. Дети, жрать. Ом-ням-ням-ням. Куки. Ням-ням-ням. Ням-ням. Так. А мы вот тут сейчас и пойдем домой. Да, детки? Ой, теплюх. Тити мой, теплюх. Так, можем похавать ягоды. Какой-то похожий куст мы уже хавали с вами. Мне кажется. О, мы на фулку сытые. Обалдеть. Так. Это тот капкан, в который мы попались. Какие же мы молодцы. Опа, бегом спать. Как у тебя дела, Олежа? Рассказывай. Да, вставай, показывай.
Что тебе интересного, что хорошего было за эти 2 недели? Смотри, что у меня лисята умеет. У меня лисята умеет делать обычный прыжок, высокий прыжок, и один лисенок умеет взбираться. Но как показала практика, что он не очень-то и нормально там взбирается, не взбирается. И если Влад меня не обманывает, то когда он слазил, он повредил себе лапку. И мне пришлось возобновить игру. Вот. Вот такие дела. Ну и что? Засыпает город, просыпается мафия. Тявкайте, лисята пойдут за вами. А у меня вчера был корпоратив. Я вчера танцевала и домой в 2 ночи вернулась. Прикиньте, да? Гулёна. Так, мы можем не кушать сейчас, дети. Мы не будем сейчас кушать. Даже ягоды не будем кушать. Мы сейчас пойдем на запах. Залазим. Мы не будем зазря тратить хавку. Мы на обратном пути лучше покушаем, да? Так, что у нас здесь? Почему у нас тут пожар? Какая-то банка, склянка или что это? А, это он... Ой, девочку. Смотрите, а у мужика глаза-то добрые. Какой-то добрый мужик у нас. Но он украл моего лисенка. Он нифига не добрый. О, турник купил. Слушай, ну прикрути. Я в тебя верю. Как-нибудь прикрутишь. Так, нам главное сейчас не найти опасность нигде. Ненужную. Давай посмотрим карту. Ганна нас куда ведет? Так, там люди-человеки. Может быть, надо красться? Хотя, может быть, и не надо. Так. Ой, тут еще еда есть. В принципе, можно будет сейчас покушать. Кто-то мертвый или что это? Ну да, это какая-то мышь. Крыса. У нас крыса. Я буду королевой мафии? Господи. А вы ничего не поели, что ли? Ну-ка вылезьте. Я думаю, они жуют, стоят, читаю, пока чат. О, hello. Bonjour. Так, тут еще у нас трупак. Крысиный трупак. Так, ну-ка, там какая-то тряпочка или что? А, девочка что-то заплакала, что-то увидела. А он ее жалеет, что ли, или что? Я не понимаю, ребят. А что они не едят мышку? Они боятся. А что, блядь, приключилось? А, у меня детеныш один... У меня детеныш один чему-то научился, получается? Да ты же умница, он достал червяка, личинку со, смотрите, какого огромного, просто вот такая вот огромная. Освоит новый навык копать. Ай ты, вы видели, какая личинка? Он съел личинку, и она такая типа, эц, меня съели. Блин, какая милота, а. Ха, прикольно. Что-нибудь поесть надо притараканить? Таракань скорее, потому что у меня тут одни троглодиты. Ой,
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мусор сбрасывают. Но мы сейчас не будем мусор кушать никакой. Дохлые крысы валяются. Фига, как далеко мы идем. Ну-ка, что тут приключилось у нас? Ей что ли плохо, девочки, это или что? Или она просто прикимарила? Непонятно. Надо нам по-хорошему, нифига как мы далеко. Нам надо домой как-то чапать. Смотрите, нам получается, если я все верно понимаю, осталось чуть-чуть до момента. Так, погоди-ка. Блин, Балинский. А там вопросик у нас какой-то. Что здесь? Дом туда. Погоди. Что-то странное. Что-то странное. Типа, может быть, что ли? Может, что ли? Новый дом у нас будет? Нет. Вряд ли. Вряд ли. Дети, бегом. Какой-то вопросик интересный, блин. Но нам уже поздно этот вопросик тут изучать. Так, ну-ка. А туда у меня детеныш не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, это у нас сейчас будет день, и мы попадемся. Дети. Нам главное как-нибудь дом в той стороне, да? Погоди. А что значит эта лапа? Что значит большая лапа? Там типа у меня ребенок какое-нибудь умение изучит или что? Блин, как далеко до дома, а? Хотя, по сути, вот у нас какой-то дом, да? А что это за дом? Какой-то из домов. Бля, дети, бегом, у нас опасность. А нас ведет-то в тот самый-самый первый главный дом. Дети! Детям имена я еще не дала. Как бы меня не пытались заставить, я не даю им имена. Так, бегом, малышня, бегом. Опасность повсюду. Мы почти добежали до дома. Так, у нас там наш этот злодей, который непонятно, то ли злодей, то ли не злодей. Все, бегом спать. Все, засыпает мафия, просыпается город. Опа, все, один умеет копать. Получается, что у них индивидуальные умения и навыки будут. То есть один собирается, другой копает, а третий что интересно будет делать? А третий, наверное, будет пролазить в узкие расщелинки. Скорее всего, я так думаю. И пол не определила, да. Что есть, то есть. Нынче мода такая, да. У меня, кстати, это... Устали уже... Устала территория за ушами, поэтому я сделаю вот так. Так, ну что... Погнали просыпаться, да? Я думаю, хватит уже им спать. Пора вершить великие дела. Вот этот мужик, он типа падальщик. Но почему он падальщик? Я все-таки не понимаю, он добрый или он злой? Так, у нас тут мусор. Ну-ка, давай... А, мусор у нас
плохой. Так, вот мы ягоды поедим. Все, дети, ешьте ягоды. А чё так мало? Так, что у нас здесь? Смотрите, это получается вот эта вот штука, которая за спиной у этого мужика. Он его выбросил, потому что девочке стало плохо? Или что? Или она просто запнулась, упала с лисенком? Непонятно ни хера. Что у них там приключилось? Зачем они сперли моего лисенка? Так, ну давай, копай один, маленький копальщик. Но он сам вылезет, да? Все, жуй червячка. Жуй, жуйте, жуйте. Давайте, дети, ешьте. Сейчас будет забавный червячок внизу, да? Да, маленькая личинка. Где все вроде были, я не знаю. Штука-рюкзак, да. Огромная штука. Штука-рюкзак. Смотрите, это маска. Это чья? Это его маска, получается же, да? Он же тоже в маске был. Он зовет на помощь или что? А ему люди говорят, типа, отстань, отвали. А он просил о помощи, если я правильно понимаю. Вот, у меня детеныш, скорее всего, какой-то должен уметь вон туда лазить. Смотрите! Он отдаст мне моего лисенка? Моё пятнышко! Нам надо как-то мужику помочь теперь. Чем мы можем ему помочь? Я не поняла, она... Что с ней приключилось? Она, типа, умерла или что? Или она, типа, спит? Что, нам надо домой вернуться, предварительно похавав или что? Не совсем мне понятно. Вон вопросик у нас какой-то еще. Надо еды найти. Как вот у меня ребенок научится? Ах, я почти всплакнула. Так, сейчас дойдем до вопросика. Я хочу понять, что там за вопросик. Так, давай, тут кто-то у меня может похавать, а я пока сделаю тут злостные вещи. А, детеныш не захотел. А, так, давай, теперь покопай.
Сейчас они перекусят чуть-чуть. Мне кажется, им сейчас теперь надо больше хавки. Че, выкопал кого-нибудь, нет? Ну что ты так долго, капуша? Оп! Давайте, ешьте быстрее личинку маленькую. И нам надо уже делать уёбензебитте. Так, как нам быстрее попасть домой? Нам еще главное, чтобы нам на пути нигде не встретился никакой злодей. Так, погоди. Вот так нам надо. Так ведь? Да. Блин, подожди, а это есть огромная вероятность, что мы сейчас пойдем спать, и у меня дети такие скажут, а мы, значит, что, у тебя опять на детокс-диете, мамка? Если только барсучиха не принесет им хавки. Здесь, значит, у нас больше нет зеленых ягод. Блин. Конечно, печально, что они не поевшие будут у нас. Ну, давайте посмотрим. Как будет, так будет. Надо понять, что дальше. А почему у четвертого лисенка не появилось? Я думала, четвертый лисенок появится. Давно лисиц не видел. Приезжай ко мне. У меня лисы бегают, зайцы бегают. Ну что, выходим? Нам надо понять, что делать дальше. Что делать дальше? Надо пройтись, наверное, по вопросикам. Открыть карту полноценно. Как думаете? Пойдем через, может быть, через барсучью нору? Нет? Так, я перепрыгнула. Я молодец. А зачем я тут пошла? У меня барсучья нора где? Где-то здесь. Я на им еду принесла, смотрите. Хорошо. Я ежиков не пинаю, но ежики есть. Я ежиков не обижаю. Так, пойдем попробуем через... Так, тут у нас мусор. Я предполагаю, что мусор опять будет плохой. Нет, слушай, повезло. А, не повезло. Чуть-чуть хорошего мусора, чуть-чуть нехорошего. Так, пойдемте через нору эту. Так, и что мы здесь имеем? Мути плывут, мои малыши. Так, мы тут, может быть, вот до вот этого вопросика дойдем, да? Так ближе будет. Как думаете? Так, умение детеныша бы нам использовать. Применить навык лисенка. Все, иди яичко забирай. Яичко забирай, кулема. Ты куда полез? Яичко надо было забрать. Яичко. Возьми яичко. Так, мне надо научить ребенка одного туда залазить. Да. И что, тебе больно было? Об ежика споткнулся. Так, ягодки. 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 Ням-ням. Так, да, мы идем куда надо. Подсвечивает навык лисенка использовать, но у меня лисенок не полез за яичком нормально почему-то. Так, у меня вот здесь навык лисенка можно использовать. Навык лисенка, давай. Опа! Сейчас червячка съедим.
Она так смотрит, наблюдает за ним. Все, дети, давайте, ешьте. Этот костер горит странно очень. Так, червячка съели. Так, хорошо, мы туда, туда идем, куда надо, да? Вроде куда надо. Так. Еще дальше. Где у нас там вопросик? Еще дальше. Опа, а дети перепрыгнут? Пути-пути-пути! Потому что у меня один детеныш ни хера не умеет. Возьми его! Возьми! Бери, бери, малыш. Иди к маме. К маме иди. Так, все, иди ко мне. Она не хочет его брать. Почему ты не хочешь его брать? Это не тот, это же не пятнышко, точно. Почему я сразу не увидела? Это другой лисенок, который светленький. Все, он научился протискиваться. Вот жопа маленькая. Чуть, блин, мне всю эту нервную систему мою не расшатал. Зачем же мои хвостики? Люди мои сладкие. Хорошо, у нас освоен еще навык. Матерь Божья. Испугалась. Да, конечно, не прикольно бьюшка спотыкаться. Так, давай вот тут залезем. Тут у нас какой-то вопросик еще, да, видишь? Автомат! Дети! Так, хорошо, он не пялился. Ешьте еще. Так, еще два вопросика я вижу, но у нас, смотри... У нас есть, значит, закрытая зона. Значит, еще не все. Не все. Эй, дети, хватит. Все, хватит жрать. Теперь нам надо в дом. Теперь нам надо в дом. А в дом мы можем... пойти, наверное, может быть, вот так. Единственное, мы можем встретить этого нехорошего человека. Он сейчас сюда как раз и пойдет. Ну-ка, дети. Куда он? Будет сворачивать? Естественно, будет. Так, как мы можем пройти по-другому? Там будет, интересно, проход или нет? Или нам идти длинным путем? Подожди. Как ты меня там поведешь? Вот так. В принципе, если там есть у нас как пробраться, то мы, может быть, и проберемся. Побежали. Да, вот так побежали. О, нифига машина, главное, чтобы сейчас не задавила никого. Так. А вот это, конечно, прикол. Собака. Чебурек. Выходим. Все, фигня, давай по новой. Это все паника ебаная. Да, 100%. Так, что мы делали?
Что мы делали? У нас там, значит, был добрый мусор, да? А ты попал! Так. Мы через барсучью нору, да, там шлялись с вами? Мусор был вот здесь добрый. Он частично был добрый, поэтому я не буду сейчас рисковать. Так, хорошо. Нам надо навык снова взять лисенку, да? Так, дети, вперед навстречу приключениям. Так, мы не будем тратить сейчас время там на яичко. Мы пойдем сразу жрать ягоды. Ягоды! У-тю-тю! Жрать подано. Так, ягоды съедены. Замечательно. Так, тут у нас давай личинку со съедим. Давай копай. Учись, сладкий. Это черныш копает. Ну, давай, 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 бегом. Ну, когда у меня появится вопросик этот, треугольник? Ну, как будто капуша какая-то. Шли порой. Ну да, порой шли. Да все на месте ухи. Все ухи на месте. Так, сейчас у нас будет повторение «Мать учения». Сейчас опять сердце матери будет болеть за свое чадо. И сейчас она такая, хуяк, бросила просто его. Ну иди к мамочке, иди. Иди ко мне, малыш. Я здесь. Иди к маме. Тявкать под дождем. Получено достижение. Прикольно. Я тявкаю под дождем. Пойдем, крошка, пойдем. Я знаю, что с тобой делать. Айда, малыш. Давай, ползи. Опа! Подпихнула. Да мне все уши жмут на самом-то деле. У которых ободок металлический, и они все жмут. Башка начинает уставать абсолютно от всех ушек. Так что, вот так. Так, бегом там покушаем и пойдем возвращаться по длинному пути. Давайте, наедайтесь, малыши-коротыши. А, этих тут двое ходят. Прикольно. Так, все, наелись? Погнали. Вернемся по длинному пути, ничего страшного. У нас времени вагон и малая тележка. Так ведь? Потом мы пойдем еще там вопросики попробуем взять. Давайте, погнали, малышня. Все сыты. Так, ну что, все перепрыгнем? Давай, аллея, оп. Вы видели, как они хвостиками своими такие тык-тык-тык-тык-тык? Уйти, мои сладкие. О, а можно? Давай, залезь. Как тебя? Блин, подождите, надо, чтобы получается было... А как? Я нажимаю треугольник. У меня ничего с детенышем не происходит.
Он хреново освоил свой навык? Так, ладно. Хрен с тобой, золотая рыбка! Класс. У нас там ходит плохой человек. Соответственно, нам надо найти, как нам возвращаться в дом. А в дом нам, может быть, возвращаться надо как-то вот тут. Так, нет, 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 нет. Вот сюда, если только попробовать. Так, нет, сюда-то не попробовать. Надо, чтобы этот сейчас пошел обратно патрулировать. А он пойдет патрулировать обратно? Он сюда залезет? Нет. Да! Черт. А тут нам никак не сменить. Блин, и тут уже хавки нету. Тут никак не поменять путь следования. Нигде. Если только этого чувака. Так, он что-то пиздит там. Что-то не так. Надо, чтобы он прошел сейчас туда, далеко-далеко. Он сюда поднялся, нет? Дай бог, чтобы... Бля, хамуха, поднялся сюда, ёб твою дивизию, а? И все, и мне некуда деваться. Я, получается... А, он ушел, слушай, он ушел. Нет, не ушел. Он меня ждет? Что мне делать? Надо его сожрать. Крестик, крестик, крестик. Укусить и дропать. Дропать. Как? Как? Ах ты, сука. Мы его укусили, надо как-то идти. Как? Он меня гонит, а как мне идти? Уже день. Что за дела? Как я отсюда выберусь? Привет. Да, потомство бы завелось, но я не могу это потомство отвезти домой. У меня раненая лиса. Меня тут ждет злодей, который говорит, кыш отсюда, кыш. Что делать? Дети спать хотят, что мне делать? Почему вот это зеленым светится? Фиготень. И чё, мне умирать, что ли? Блин, там только яичко у нас, слушай, а? Блять. Я тут смогу залезть, нет? Я тут спуститься смогу. А дети? А дети мои? Я тут могу только... Она не хочет крысу эту брать. Так, дитё, не варик, уходим. Нам надо как-то... Блин, опять этот чувак идёт. Может быть, я могу его тут, типа, переждать, а он сейчас лисят моих... Он же сейчас лисят моих там увидит. Ну-ка, погоди, давай посмотрим, что будет. Ну, он лисят увидел, лисята там бедные с вопросиками.
Ну-ка, давай попробуем, мадам. Так. Подожди, куда мы идем? Вот сюда мы идем. Дети. Блин, дети уже жрать хотят. Ой-ой-ой, а красным, что горит красным? Собаки! Блять. Да что ж за безобразие-то такое? Так, это мы куда пойдем? Сейчас будем пытаться окольными непонятными путями попасть домой. Да? Нифига. Не получится. Вот здесь? Твою мать, а! Надо детям есть. Сама себя в тупик завела? Я пошла по вопросикам, блин. Понимаешь, я пошла по вопросикам. Это как с этим, с Ведьмаком. Так, подожди, в дом в другую сторону идти. Так, дети. Так, погоди, это мы по какому-то сейчас этому пойдем. Так, что у нас тут? У нас тут трупы. Так, дети, давайте покушаем. Мы можем, может быть, вон там пройти. Хотя я не уверена, что там есть проход. Может быть... А что может быть лучше? Я не знаю. Я не заблудилась. Я просто не понимаю, как мне лучше пройти, понимаешь? Как я точно выберусь. Он-то мне показывает, типа, как домой чапать. Но там... У меня дети тут не вылезут. Так, дети тут не вылезут. Ясно, понятно. Бери трупак. Сейчас будем искать другой путь. Так, ешьте. Ешьте, ешьте, ешьте. Вот еда. Ну, здрасте, приехали. Привет. Как дела? Рассказывай. Так, погоди-ка. Вот видишь, свет. Свет горит. Горит свет. Нам не пройти, значит, тут. Твою мать. Что за фигня? Как мне выходить-то отсюда? Ё-моё. Погоди, ну-ка еще раз здесь. Здесь не поменять никак путь следования. Чтобы там... Это где-то... Где-то поверху или чё? Так подожди. Если... Ну вон, смотри, мне... Просто я сейчас опять попадусь, и меня съедят собаки. Или чё? Надо было красться, что ли, как... Непонятно кто. Ну, я не знаю, может быть и да, надо было просто красться, а не бежать галопом. Так, дети. Нам надо срочно в дом. Бляха-муха,
Видео жишь? Вылазь. Вылезла. Перепрыгивай. Она не может сейчас перепрыгнуть, потому что у нее раненая лапка. Замечательно. Давай тогда тут ребенок пусть у меня поковыряется. Начали общаться с давним другом, вместе играть? Ну, слушай, я рада. Поздравляю. Так, когда мы снова сможем прыгать, как ее бабоша? Непонятно. Как быстро у нее лапа проходит? Ай, блин, блинский. О, господи. Блин, а? Вот почему? Вот попалась в капкан. Почему дети его не разберут по запчастям? Давай кого-нибудь потискаем, ладно. Поумиляемся. И что нам, интересно, надо дальше делать еще? Давай, доброй ночи. Ай, блядь. А что делать? Досматривать завтра. Да, привет, я выздоровела, да. Двое идут. У меня дети уже с ума сошли, мне кажется, без сна. Я понимаю, что я сама в капкан попалась, сама бестолковая, но... Ну, блин. Я в ВК не так часто отвечаю, на самом деле, потому что у меня там много вопросов, скажем так, рабочего плана, поэтому... Поэтому я... часто там не отвечаю, чтобы висели сообщения без ответа, чтобы я их могла потом не потерять. Так, это залезть куда-то зачем-то опять непонятно куда. Так, там у нас красный свет, доверься ему. Собаки. Красный свет — это собаки. Ну что, мы просто домой попадем или нет? Так, надо покушать. Давай, который у меня маленький копальщик, доставай личинку. Давай, бросай свою личинку. Ешьте, дети. Один ест. Он, короче, достает личинок и ест личинок. Он один единственный, короче. Я не могу тут пролезть. Вашу ж Машу. Так. Нормальные герои всегда идут в обход. Да? Идем тогда в обход. Давай, залазь. Вот залезть она может, да? А капкан перепрыгнуть она не может. А запрыгнуть высоко она может. И все нормально. Так, подожди-ка, не туда. Нам надо вот тут слезть, получается, да? О, эти Тимоти Плюх делают, дети мои. Так. А ну-ка, давайте-ка чуваку гавкнем. А чувак не слышит нас. На стрим можно назвать долгой дорогой домой? Да. Погоди, она принесла еды. О, давайте поедим. Да ты же моя хорошая. Опа,
Все. Сыты дети более-менее. Это была очень долгая дорога домой. Подожди, они еще должны чему-то научиться. Они еще должны чему-то научиться. Это еще не все. Ой! Всех? Все вышли? Все четверо? Барсучиха плывет на этом. На плоту. А что случилось у нас? Что это за потоп-то такой? В ванну залезем. Мамка, 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 давай к детям бегом. Давай, плыви. Бочка сейчас ее еще, не дай бог, зацепит. Нет! Да ну нафиг! Что за фигня? Серьезно? Мы живы, слава богу. Не хочет копать. Лисята! В нефти, что ли? Что это за дерьмище? Не иди за мной в воду. Все, давай, надо приласкать еще. Все, я мамочка, я здесь. Давай тебя. Не бойся, малыш, не бойся. Мамочка здесь, мама здесь. Все хорошо, сидите на берегу. Никуда не идите. Так, иди к мамочке. Пойдем скорее. Так, давай тебя потискаем. Так, ладно, сейчас этого заберем, последнего. Иди к мамочке. Лисий рай, не знаю я. Ой, не знаю. Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой хороший. Все? Все с мамой. Мы идем по направлению движения с этими людьми. А надо ли? Так, ладно, мы копаем, хорошо. Барсучиха наша! Малыш ее умер, что ли? Что за капец? Ванна с лисятами перевернулась? Ну, я рада.
Так, что там происходит? Канистра увидел меня. Иди нахрен, урод. Ой, да корабль. Но шкалы голодности детей нет. Уже хорошо. И куда мы идем? Видите, там люди идут на заднем фоне. Что приключилось? Какое-то наводнение или цунами? Или что произошло? Не хочешь? Она копать не хочет. О, сейчас хочет копать. Мертвым есть не нужно. Слушай, ну что ты какие-то жестокие вещи говоришь. О, последний лисенок какой-то грустный. Смотрите, его надо потискать. Иди сюда. Потискайся со мной. Давай, все, ты с мамой. Все, все хорошо. Все хорошо. Все, дети счастливы. Мамка поуживая. Ну, главное, дети счастливы. Барсучиха бежит куда-то. Ну, кончать жизнь самоубийством, что ли, или что? Сейчас она это, разбежавшись, прыгнула со скалы, подрубит и как, всё, сиганёт. Так, дети все? Почему только трое? Что такое, господи, зайчик? Давай, потискаемся с тобой. Господи, хорошо, что я это заметила, что по итогу их сейчас трое. А один какую-то грустняшку поймал. Все, погнали. Надо прыгать. Прыгаем. Ну что такое, сыкуняшка? Все. Чего ты? Чё? Мама рядом. Мама рядом. Все. А людей, слушай, уже не видно на заднем фоне. Да что такое? У меня этот черныш какой-то грустняшка ходячая. Что тебе грустно-то? Пойдем. Ну что, он прыгнуть не смог, ему поэтому грустно? Или что? А что интересно у твоего мужика с девочкой? Как у них дела обстоят? Так, все четверо, хорошо. Нам надо найти себе новый дом какой-то. Ёб твою, иди ты нахрен, ублюдок! Так, 4 хвостика. Барсучиха копает. Давай. Залазь. Все, приехали. В жопу. Сука. Че вот я тебе сделала? Зачем ему меня убивать? Ранка у нас. О, господи, какой кошмар. Причем, получается, он ее ранил в ногу и вон на бочине.
рано. Понятное дело, все дети грустные, потому что мама истекает кровью, и мама скоро помрет. Весь мой макияж сейчас будет испорчен. Короче, по итогу лисята мои будут жить с барсучихой. Она им будет носить ягоды, они будут жрать ягоды, и все кое-что будет ништяк. Кошмар. Вот нафиг ему надо было меня убивать? Вот чё ему надо было? Козёл. Получено достижение. Аж 3 штуки. Нет, 5 штук. Капец! Что за дополнительно? А, все, понятно. Трейлер. А я видела трейлер, нет? А, ну да, я видела этот трейлер. Оп, луп глазками. Светлячок. Маленький охотник увидел светлячка. Восстание машин. Но ракета в космос полетела. Ой, лисенок в водичку упал. Вот этот дядька с большим рюкзаком и клеткой. Я видела трейлер этот. Расцветки лисят тут не мои. У меня же лисята белый, черный, розовенький, красный. Тут все, ну, розово-красные лисята. Короче, я так понимаю, все закончилось. А подожди, а давай тогда сделаем вот так выход. Сделаем вот так. Немножко сейчас потрендим и закончим. Я не поняла тогда. Смотри, у нас еще по четвертому навыку ведь у лисят. Когда мы поймаем четвертый навык? Вернее, когда научится лисенок четвертому навыку. Или уже как бы пофигу, коль у нас вот эта вся песня прошла. Не совсем мне понятно. Но это все, да? Я ее прошла. Правильно получается? Лиса сдохла, все. Хэппи-энд, блядь.
Хэппи, ёптить. Ай, кошмар. Хэппи-энд, блин. Как-то грустно. Слушай, это даже грустнее, чем когда мы потеряли B12 в Stray. Это очень грустно. Маленький пушистый Long Dark с плохим концом. Надо поиграть в Long Dark. Может быть, после вот этой вот игрушки я буду более грамотно в Long Dark играть. Но это не точно. Что будет следующим? Ведьмака будем доигрывать. Ладно, давайте прощаться. Интересное было приключение. Игрушка, кстати, реально, она мне это... Она мне, наверное, больше зашла, чем Stray. Ну, как-то грустняво. Да знаешь, плохая концовка, она плохая не из-за того, что я попадалась в капканы. Мне кажется, что по итогу, когда было вот это вот наводнение и вот этот вот шквал воды, когда лесу шарахнуло по башке этой бочкой, мне кажется, пофигу абсолютно. Что я была бы с целыми лапами, что я была бы не с целыми лапами, она бы хромала, и этот урод бы все равно ей бы выстрелил. Потому что там, ну, ты сам понимаешь, это не важно было. Мне кажется. Не знаю, конечно, может быть, у кого-то и хорошая концовка есть. Я не знаю. Надо посмотреть. Вообще одна концовка у игры или нет? Я не могла его загрызть на заводе. Как бы я его загрызла? Я ему цапнула, его цапнула за руку. И... Он стоит, меня отгоняет, типа, иди отсюда. А как я его загрызу? Никак я его не загрызу. А чё, да ладно? А как бы я его загрызла-то? Мне кажется, никак бы я его не загрызла. Я же когда кусала их, они все равно стояли на месте. Кстати, видишь, там пушистая гвардия на подоконнике сидит. Ты не серьезно? А я серьезно, Влад. Спасибо тебе большое за эту игрушку. Жаль, что только она немножко грустнявая. Ну как немножко? Немножко грустнявая. Конечно, не так, как это от Арайси я ревела там. Чё я такая серьезная? Во-первых, там умер барсучонок, во-вторых, умерла лиса. Как я могу быть несерьезной? Брать бинт и аптечку. Адреналин, да? Забинтовала, адреналин вколола, все, она подскочила, пошла мышей ловить. Ай, блин. Капец. Да он же маленький был, еще совсем ребенок, барсучонок. Совсем еще крошка. По итогу лисята, наверное, реально останутся с барсучихой и будут с ней жить. Не знаю. Ну, слава богу, они уже более-менее подростки, может быть, получится у них. Тем более, если я так правильно поняла, там какой-то или заповедник, или что, вот это забором обнесенное. Дефибриллятором. Ну да, ну да. Ладно, будем прощаться. Завтра будет важный день. Завтра я буду собираться в командировку. В понедельник, вторник я буду в командировке. Поэтому во вторник мы с вами точно не встретимся. Потому что я во вторник не знаю даже во сколько приеду домой. Потому что путь все-таки не близкий. В моей командировке будет. Там, короче, будет видно. Насчет пятницы, субботы пока ничего не обещаю. Но надеюсь, что мы в субботу с вами увидимся. Вышла в стиме вышла про бумажного зайца игрушка. Может быть, мы поиграем в нее. Я подумаю. Посмотрим, короче, будет видно.
Но мне очень хочется в нее поиграть. Тем более, она не так давно вышла. Все, я все сказала. Народу уже нету нифига. Все, кто спит, кто пьет, кто убирает огород. Копателей картошки очень много, я знаю точно. Поэтому рада была поиграть сегодня, рада была поболтать с вами сегодня. Очень рада, что вы покушали арбуз, замариновали кабачки, оставили свои лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на мои редкие стримы, заходите, приходите. Хлеб, соль, все такое. Все, давайте, ребятки, да, пока-пока. Всем чмоки-чмоки в обе щеки. До встречи на просторах интернета.